видосики снимаешь, Петя? Видосики. Для контента своего. А, кстати, а еще бита сделана из какого-то специального... Привет, друзья! Всем привет! Привет! Давай ты будешь штурманом себя, путеводителем. Так, мне самое главное купить трости, а теперь потом съездим с вами в пиццерию Пицца Тайм, закажем шоколадный фондан и попиться, да, Семен? Бита, как правило, делается из твердых сортов древесины, пород древесины. В нашей местности лучше подходит береза. Материал очень плотный, твердый и устойчив к изломам. А так, бук, кап тоже можно использовать смело. У нас он не растет в северных условиях. Все свободно там. С этой битой можно просто вырубить, мертвеца. Зомби? Можно голову сломать. Да, это, кстати, Семен. Ну, это так-то холодное оружие классифицируется, если бить человека. Как ты думаешь, что... Ну, если ты в бейсбол играешь, мол, детской, да, хотя маловероятно в России, что ты бейсбол играешь. Ну, это не такая бита, у меня такая голубая. Голубенькая? А. Так, мы куда, направо, налево? Направо. Пока что я, наверное, перекрыл. Не, направо. А, направо все, правильно. Давай, женщина, проходи. А друг мне сейчас привезет новую видеокамеру. Алексей Сергеевич. Да. Детерминизм. Что вам приходит на ум? Ну, это слово. Это известный философский термин. Кажется, по-моему, причина и следствие. То есть... Пример приведем условно. Если мы зарядим пушку, ядро, определенное количество пороха и выстрелим из нее, то, зная как бы, моменты такие, длина полета, масса ядра, там ветер, там подобное, и он упадет в какое-то определенное место и взорвется. Но что самое удивительное, если мы возьмем то же самое ядро, тот же самый запал, все то же самое, и выстрелим, то обязательно она где-то... Взрыв произойдет рядом, не обязательно в этом же месте. Вот, это обусловлено многими факторами. Это легкий ветер, от того, что пушка выстрелила, а уже нагрелась с первого выстрела. То есть мелочи, нюансы такие, они в корне меняют исход того или иного события. Я извиняюсь, должен ответить. Алло, Замит Фаталевич, я за рулем, не могу разговаривать. Вот. То есть любой момент в жизни, то есть какой-то, вот, скажем, перекресток в сознании имеется, вот поступить так или так в данную секунду, и оно в корне может поменять судьбу человека полностью. А скрипач наигрывал на скрипке. На балкон выйти с чаем покурить или дома просто на кухне покурить с чаем. Думаешь, а пойду на балкон. Что заставило этот момент идти тебя на балкон? Какой фактор? Что? И в этот момент ты выходишь на балкон и встречаешь проходящего мимо друга, который идет на день рождения и говорит: «Я, слушай, на денюху пойдем со мной?» «Ну, пойдем». И ты решаешь идти на день рождения с ним. Встречаешь там девушку, знакомишься, ты влюбляешься в нее, и в итоге у вас семья, дети и все прочее. Но если в тот момент ты решил посидеть на кухне, чай попить, сигареты, да, например, вот просто доли вот мысли какие-то там тонкие, и ты не встретил этого человека, у тебя судьба пошла по другому пути совершенно. Вот в моем понимании детерминизм есть такое, то есть причина и следствие. То есть любой нюанс, мелочь может повлиять полностью на всю твою судьбу, на историю там. Где Галамарта, кстати? Что ты? Так, на везде сюда. А, сюда где-то вот. Так. А вот здесь налево, кажется, налево нам надо. А мы едем за туманы, за мечтой, за юностью своей. А тут что за акция? Цель толпа искусствоведов стоит, восторженно глядя на холст. Так, куда паркануться-то куда бы, а?
Так. Да вот есть. А, вон туда, там есть, по-моему, место. Тут что-то произошло, что ли, событие какое-то, что тут? Шаббат. Ребята, что тут происходит? Распродажа. Ой, розыгрыш. Акция против вывоз мусора. А, ну, а закрытие дома 2. Да, типа того. Придет хорошая, посидим маленечко, а после пойдем по полям колхозным, по лугам нескошенным, где-нибудь в душе душистом, ой, да упадем. Ну, это клавишу нажал. Так. Сказал бы нет. Это, да. Гантели. Опа. Встретили Анатолия Анатольевича на выходе буквально. Просто сегодня чудо произошло. И купили? Купили трости для саксофона фирмы Ван Дорен. Хорошая двоечка. Вот. Детерминизм. Ну, чисто случайно. Вот мы сегодня встретились. Ты позвонил другу. Тот говорит, что вот здесь человек как раз приехал. И чисто случайно мы его выцепили каким-то чудом. Прямо на выходе. Да, на выходе поймали и купили у нее трости для саксофона. Ты сказал, если что? Если бы по воле детерминизма где-то бы что-то изменилось, мы бы могли его упустить. Купили то, что хотелось. И вот и завтрашнего дня я уже приступлю к изучению аппликатур на правую руку. Я 4 ноты уже выучил на саксофоне на левую руку. На правую завтра буду изучать. Я думаю, что за неделю управлюсь. Вот. А затем я уже буду по нотам пробовать играть. Помню только скамью и суд. Помню дождик, все кап да кап. Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где он май, вечный май. Ну это я тогда еще ребенком был. Я сейчас половину не так все сыграл, все спел, но это была моя первая песня, которую выучил на гитаре вообще.